11 июня 2010 года на 89-м году жизни отошла ко Господу монахиня Георгия в миру Лидия Владимировна Коляда. Последние годы своей жизни монахиня Георгия провела в Зачатьевском монастыре. Господь наш Иисус Христос, да упокоит душу новопредставленной монахини Георгии в обителях небесных и да сотворит ей вечную память. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Вся жизнь ее была исканием Царствия Небесного. Вся жизнь ее была в Боге, и вся жизнь ее была искание Христа. Последние годы она больше жила в Бутово или в Зачатьевском монастыре. И вся ее жизнь была уже только связана с богослужением. Вне богослужения она не мыслила своей жизни. И до последнего дня она, если не могла идти на службу, то она пропевала целые службы. И буквально каждый день она служила кому-нибудь из новомучеников и исповедников российских. Мне было 8 лет. Я помню, как я стою в главном пределе на коленях и повторяю за батюшкой все его возгласы. Даже, наверное, раньше немножко это было. И ко мне подошла одна женщина и сказала, что этого говорить нельзя. С тех пор я возгласов священника не повторяю. Но Господь мне дал какую-то такую память, что мне очень легко всегда было запоминать всякие богослужебные песнопения и так далее. Я очень много их знаю. Потом я всегда любила подпевать. Это мое было дело. Мы вот около года, наверное, жили в Даниловом. Я помню собор Даниловский, тогда там еще шла служба. Я помню церковь отца Георгия, маленькое такое помещение какое-то, вот совсем небольшое. И старенький батюшка. Мы с мамой к нему приходили, и помню, как он меня гладил. Так что я со святыми общалась. Мой отец родился в 92-м году, 1800, в лютеранской семье. Отец его был армянин, мать немка из Поволжья. Родился он в городе Саратове, потом, позднее, семья его переехала в Москву. И здесь он окончил Петропавловское училище лютеранское. После окончания училища он поступил Московский университет на физико-математический факультет. И проучившись совсем немного, он поехал в Берлин с тем, чтобы продолжить там свое образование. В Берлине он знакомится со студенческим христианским кружком. И накануне войны 14-го года он последним поездом возвращается в Москву. Причем это было какое-то наитие. Он проснулся и чувствует, что ему надо уезжать. Он даже сам не понимал, почему, зачем, но он срочно закончил все свои дела, купил билеты и приехал в Россию. Оказалось, что это был последний поезд, который возвращался в Москву, потому что началась Первая мировая война. Вернувшись в Москву, он поступает в университет, и здесь он опять находит этот христианский студенческий кружок и активно в него включается. Где-то здесь он переходит в баптизм. В 16-м году женится на Валентине Георгиевне Алексеевой. И начинается, значит, их совместная жизнь. Самое главное в их жизни был Христос. И самое главное – это было единение во Христе, а не что-либо еще. Именно Христос их объединял. И когда у дедушки спрашивали, когда он больше любил свою невесту, то он сказал, когда она была невестой, я ее очень любил. Но когда она стала моей женой, то я не знаю, где заканчиваюсь я и где начинается она. Это вот свидетельство о таком их каком-то единении. Действительно, единение во Христе. И именно в таком единении, в такой любви и родились у них дети. Вот старший Евгений, будущий протоиерей Евгений Барцумов, и младшая Лидия, будущая монахиня Георгия. И настолько они любили Христа, что хотели иметь 12 человек детей, с тем, что было 12 проповедников Слова Божия.
22-м году я родилась, а в 23-м году моя мама умерла, оставив нас двоих, брата моего и меня. Перед этим она говорила, что она может детей оставить только одной пожилой женщине такой, тоже баптистке, и такой Марье Алексеевне Жучковой, православной. Марья Алексеевна, бросив институт, она была на третьем курсе медицинского института, решила стать на матери. Отец сделал Марье Алексеевне предложение, потому что это естественно было. Но Марья Алексеевна, во-первых, боялась стать на мачехе, а во-вторых, когда отец мой месяц от того Валентина Свинтицким, не будучи еще православным, ездил в Саров, то блаженная предсказала, что он будет священником. И Марья Алексеевна знала, что если он женится, то он священником уже стать не сможет. Мама ему отказала, и больше он к этому вопросу не возвращался. В 24-м году советская власть запрещает заниматься проповедью Слова Божьего. Папа сказал, что в такое трудное время мы не можем бросить молодежь. Тут начинается нелегальная жизнь моего отца, потому что в 24-м году идут повальные аресты, и отец мой сбрил бороду, сменил очки на пенсне или наоборот, и стал неузнаваемый. Но мы молились, что-то, Господи, дай, чтобы папа был опять с бородой, потому что это нам было привычно. Он настолько был неузнаваем, что вот в первый же день он должен был встретиться с Александрой Васильевной Филиновой где-то на лавочке. И она пришла, значит, и смотрит, сидит какой-то человек и так подозрительно на нее смотрит. Ну, она туда-сюда, ну, шпик, явно шпик сидит. Ну, в то время полно их было, эти 20-е годы, середина 20-х годов. И она уже собиралась уходить, когда он ей сказал: «Шура». Он нигде не прописанный, он туда-сюда скитается, где-то ночует, где-то такой, где-то снимает, где-то что. Вот вся жизнь. И продолжается его жизнь с проповедью Слова Божия. В это время отец мой уже понял, что в православии истина. И нас в 25-м году крестили, потому что мы, как баптисты, не были крещены. И вот Марья Алексеевна стала нам крестной. Нас крестили, потом папа принял православие, и в 27-м году стал священником. Он выходит под кров священноисповедника Георгия Лаврова в Даниловом монастыре, и под его крылышком мы, значит, вот жили. До тех пор, пока отца Георгия не арестовали. Когда в Сергиевом Посаде мы жили, это же дом был отца Георгия, там все его духовные дети жили. И мы там часто ждали владыку Эммануила. И вот когда входили его встречать, то мы его встречали, видели, что он идет, шли по другой стороне и так далее. Причем конспиративно владыка Эммануил по телефону назывался тетя Маня. В это же время было очень много семей, духовенства, которые голодали. И папа был хороший организатор. Он организовывал так, что вот вы будете помогать этой семье. И матушка, она знала, что вот такого-то числа она сколько-то там, какое-то количество денег получит от того, от другого третья. И так вот очень много семей он связал и очень многим помогал. И, значит, в 32-м году его арестовывают. Папа мой очень хорошо действовал на молодежь. Жили они тогда около Сергиева Посада на Крусюковке. И она в своей детской душе дала обет, что если папу освободят, и она когда-то потом впоследствии выйдет замуж, и у нее будет сын, она назовет его Сергием, в честь преподобного Сергия. И так вот промыслительно, что ее папу, священномученика Владимира, освободили в день памяти преподобного Сергия Радонежского. С 5 апреля по канон преподобного Сергия, 17 июля он был в тюрьме, тогда его выпустили. В 30-е годы, когда всех арестовывали, и все духовенство сидело, и ночью, когда где-то раздавался гудок машины, друг другу говорили родители: «Слышите? Слышите, что машина идет?» Ждали каждую минуту. Брат мой только что приехал с именин,
Они с папой пошли в сарай спать. Осень была хорошая, это 8 сентября. Они пошли в сарай спать. Мы в доме были с мамой. Раздался стук в дверь. Сказали, что идут проверять паспорта. Папа с братом услышали этот стук и переговаривались в сарае. И они пошли туда, в сарай. Кстати, в сарае там у нас лежало облачение под какими-то дровами. Они это все нашли, привели их домой. И тут они предъявили ордер на арест. И начался обыск. Они всю ночь у нас копались, перебирали все бумажки, все, что можно было. Раскрывали кивоты. Они искали антиминс. Но следователь забыл это слово. Поэтому каждый шелковый тряпочек, который попадал ему в руки, это он? Это был не он. У нас стояла старая керосиновая лампа, как бы в подставке, которая была в виде рюмки. И у нее был длинный стержень. И я помню, что родители что-то туда, видимо, клали. Следователь даже не тронул руками этой лампы. Потому что, как я говорю, как поется я к одушевленному Божию кивота, да никак же коснется рука скверных, он не тронул. Если бы он взял эту рампу, то винт там внизу был настолько явный, что они тут же бы его развернули. Потому что у нас, например, был кивот, который не раскрывался, они его развернули весь, чтобы посмотреть, нет ли там чего. А здесь вот осталось там. Ну вот, коляк, этот обыск кончился. Вышли мы на улицу. Прошли садом. Я сорвала ему яблоко. Следователь говорит, не надо. Ну, собрали мы там ему в наволочку какие-то вещи. Ну, что я не знаю, что. Наверное, какую-то одежку, что ли. Вот. Но мама ему говорит, а у вас есть дети? Дайте, говорит, детям проститься с отцом. Ну, вот папа тут с нами простился. Мы видели, как папа зашел на платформу, как прошла электричка, как, садясь в поезд, он махнул нам вот этой наволочкой, и больше мы его не видели. Детство мое кончилось. Когда и где и как познакомились с Каледосом Барсумове, я не знаю. Папа мой был первым священником, духовником отца Глеба. Как говорит семейное предание, в начале 30-х годов Каледы, наш дедушка, вместе с двумя сыновьями приехали в гости к Барсумову, которые жили тогда на окраине Сергиева Посада. Мы там жили в домике отца Георгия, и мы так познакомились. В 1933 году у Глеба умерла мама, и вот у нас тогда живет его младший брат, он из школы уходил, и очень часто к нам Глеб приезжает. И вот тут мы начали общаться, дружить и так далее. Но Глеб мне всегда был братом. Я никогда не думала, что я выйду за него замуж, даже не предполагала этого. Монахиня Георгия большинство своей жизни она провела с отцом Глебом. И отец Глеб был очень яркой такой личностью, очень таким светильником тоже веры. И 30-й год, это когда мы познакомились, и все последующие годы, вплоть до 37-го и далее, часы на Лубянке, это часы ожидания подчеркнуто, и часы нашей дружбы. Когда мама ходила на Лубянку с тем, чтобы узнать что-то о судьбе своего отца, она ходила вместе с папой, который ждал ее в соседних переулках. Для меня очень было значимо, что рядом есть человек, который поддержит ее в трудную минуту. Но они всегда подчеркивали, что это было отношение именно чисто братские, отношения брата и сестры. Как брат и сестра, они переписывались в течение всей войны. Война, которая отложила такой глубокий след во всех ее переживших, а в нас особенно. И мама пишет в своих воспоминаниях, что на том этапе у нее не мелькало никаких мыслей
планов связать свою жизнь с Глебом в узах брака. Мысли об этом стали посещать уже в самом конце войны и даже в послевоенные годы. Я все-таки уже поняла, что нам надо, наверное, жениться. До него еще это, может, не дошло. Да и наверняка еще не дошло. Он не из таких был. Мы слишком с Глебом были близки. Мама стала так беспокоиться. И я, значит, пошла к отцу Александру Толкскому, у которого мы были духовными детьми, с ним посоветоваться. А оказывается, в этот день Глеб отправил письмо архимандриту Иоанну Венгланду о том, что он кончает институт, что ему дальше делать, идти ли в монахи или жениться. В тот день у нас получилось так, что я как раз разговаривала с отцом Александром, а он в этот день послал письмо. И поэтому, когда я с ним потом заговорила, уже так напрямую, так мне было благословлено, то он сказал, я письмо послал. Когда письмо придет, придет благословение на брак, значит, будет брак. Не придет? Ну, мы так и приняли это. А потом мы вот 28 числа на Павла Филевейского получили ответ на благословение и на брак. Для мамы всю жизнь главным праздником был праздник Пасхи. И, видимо, поэтому именно она хотела, чтобы их венчание было в пасхальный период. И буквально в последнее воскресенье пасхального периода состоялось их венчание. Мы расписались 5 апреля, в день моего ангела, а венчались мы 1 июня. Он все писал диплом, никак не мог его написать у него. Ну, ему надо уже вот какой был диплом написать, там, наверное, несколько диссертаций было. Вот. Но тут я уже говорю про себя. Через неделю Троица, мы должны ехать в экспедицию, в каком виде мы поедем-то? Ну, если мы не венчаны, это сами понимаете. Значит, 1 июня мы повенчались. После венчания с родителями пообедали. И после этого поехали. Все, преподобный Сергий идет. Троицк Сергию Лавру. Какие-то удивительные отношения были у них. Что не просто там, как это обычно бывает по влюбленности, люди там делают друг другу предложения, а именно только по благословению, как по благословению они вступили в этот брак. И первые 3 дня после свадьбы они провели Троицы Сергиевы Лавры, и первого сына назвали по обету в честь преподобного Сергия Сергием. Глеб был занят своей геологией, но вся жизнь наша, все-таки она шла в первую очередь по церковному календарю. Не по государству, а по церковному. И когда папа, будучи геологом, много пребывал в экспедициях, то мама ему писала такие маленькие блокнотики, составляла блокнотики с богослужениями. Она там писала ему воскресные службы, она ему все гласы писала. Она ему писала основные части суточного круга для того, чтобы он в горах мог служить. Я просыпаюсь утром, мама стоит рядом, молится. Причем потом она молилась всегда с нами, с детьми обязательно тоже. И всегда говорила, вот утром мать должна проснуться раньше. Она должна сварить кашку ребенку и помолиться. Естественно, нас с детства приучали к молитве. Мы с этим жили. Так же, как ребенка учат ежедневно по утрам умываться, это воспринимается вполне естественно. И если это не произошло, чувствуешь какой-то, скажем так, дискомфорт. Вот точно так же и с духовной жизнью, и с молитвой. Она подходила к нам к детским кроваткам, крестила нас, что-то рассказывала. Я помню, как я переживал, что мама куда-то уехала, и это не очень еще понимал. Меня крестная взяла к себе на это время. А потом, когда я вернулся домой, то вот оказалось, что у нас в доме появилась сестра. Затем появился брат. Я ждал ее утром, стоя в детской кроватке. Когда она ко мне подошла, я был настолько рад, что отчасти я подпрыгнул. И в своем прыжке в верхней точке я умудрился разбить ей очки, а когда приземлился, сломал детскую кровать. Но в этом своем поступке я выразил всю гамму эмоций, которые меня тогда переполняли, когда я увидел маму.
Я очень хорошо помню еще со своих юных лет, когда я был прихожанином храма Ильи Обыденного, когда я иду в храм, часто вижу, как отец Глеб стремительным шагом почти бежит в храм, и за ним по-настоящему уже бегут все эти малолетки один за другим, такой, как цыплятки вот бегут за своей матерью. Владыка Иоанн Ведланд, митрополит Ярославский, с которым папа был знаком уже многие годы и который в свое время дал благословение на брак мамы и папы, который в прошлом тоже был геологом. Он попросил папу нарисовать схему квартиры, как расположены все комнаты, там все. И после того, как он посмотрел и знакомился с этим, он сделал папе, если можно так сказать, предложение стать тайным священником. И папа сразу согласился, но владыка Иоанн сразу спросил, а как Лида к этому отнесется? Ну, я как-то сразу дала согласие, не думая о последствиях. Когда папа принимал священство, я помню, когда нас пригласили трех старших, и нам родители сказали, что при этом будьте осторожны, потому что у нас есть младшие, которые могут не выдержать. Мама несла как бы всю ответственность за всех нас вот в такой ситуации. Это, конечно, очень сложно. Мама монахиня Георгия и папа отец Глеб встречались со множеством новомучеников и исповедников российских. И как бы в память о всех тех, кто были и прославлены, и не прославлены, и явлены, и не явлены, и знаемые, и незнаемые, был освящен маленький храмик в обычной московской квартире. И в течение 18 лет совершались тайные литургии. Службы в его маленьком крошечном кабинете, в этой квартире, которая была подчинена его служению, а не только его науке, съезжались под праздники и на праздники только несколько человек, близких людей. Это все во многом направляла Лидия Владимировна. Мама очень долго думала, как вот сделать все облачение, как это вот устроить. И было придумано, что мы сделали скатерть. Купили белое полотно льняное. Было белое, было такое зеленоватое, два вида у нас, по-моему, было. И черное еще было. По краям обшили просто тесьмой. И отдельно сделали полосочки на картонках, которые перед каждой службой, утром перед службой, мама вставала пораньше, когда я жила в доме, то я тоже помогала маме. Именно перед ней с вечера, а утром мы вставали и пришивали вот эти кресты, что было. А как облачение, папа одевал эту скатерть и застегивал себе на булавочку. Потом были длинные такие полосы, как будто это можно было положить на рояль, как бы салфетка такая. Вот тоже пришивались крестики, только уже маленькие. И сшивалось посередине, получался петерохиль. Мама вела службу, была главным стучаком этого храма. Именно она составляла, подбирала богослужебные книги. И она говорила, какая служба будет, говорила, какие особенности службы в данный день. Папа сдалевал эту службу. У них было это очень удивительно гармонично, удивительно дополняли друг друга в этом. Наверное, условно говоря, такие золотые годы маминой жизни, это именно годы, когда в нашем домашнем храме совершалось богослужение. Это вот эти вот 18 лет ее жизни. Она духовно и душевно и всем своим существом переживала и помогала отцу Глебу и в его строительстве богословских курсов будущего богословского Свято-Тихоновского университета и в его работе в отделе религиозного образования, создании концепции катехизаторской и просветительской деятельности в России, и в его тюремном служении, и в его конференциях, в создании первых образовательных рождественских чтений, которые сейчас вышли на такой высокий уровень. И во многом-многом другом. Лидия Владимировна была образцовой матушкой.
И поэтому неудивительно, что ее дочка тоже стала замечательной матушкой. Старшая дочка Александра Глебовна. Сыновья стали священниками, другая дочка стала игуменей. Они видели перед собой пример. Такой убедительный, яркий пример, который им светил, конечно, всю их жизнь и напитал их благодатными соками. Научил их вере, научил любви, научил смирению и послушанию Богу, помыслу Божию. Я думаю, что не случайно была встреча, наверное, отца Глеба, еще изначально, с отцом Владимиром. Потому что отец Владимир ведь был первым духовником папы. И мама с папой были вот близки духовно. И любовь, которую они принесли всю жизнь, она всегда всех нас освещала. Да, вот интересная история с великомучеником Артемием. Мне когда-то сказали, что великомученик Артемий помогает пропавшим. И я еще, будучи девочкой, то есть, даже, может быть, уже еще не замужем, всегда ему молилась. А потом дети стали молиться: «Господи, дай, чтобы мы узнали, как умер дядюшка Володя». И вот 2 ноября, в день памяти великомученика Артемия, в 89 году, мама, как обычно, сугубо молилась великомученику. Я вечером как раз вспоминала его 2 числа, и утром просыпаюсь 3-го. Мне Кирилл говорит: мама меня звонили и вызывает меня как-то в НКВД, что ли, как теперь там, она не пойму. Как бы, наверное, в общем. Меня вызывают туда, и он уехал. И ему дали познакомиться с делом. И показали ему протокол заседания тройки от 3 ноября 1937 года о том, что приговором тройки дедушка приговорен к расстрелу, который осуществился через 2 дня 5 числа. Кирилл приезжает и говорит: он мученик, он расстрелян. Вот. И привез мне вот эту вот карточку, последняя карточка его вот эта. Через 52 года, ровно день в день, когда было заседание тройки, мы узнали о том, как умер дедушка Володя. Это было под Казанскую, соответственно, 3-е. Мне, конечно, стало не очень хорошо после, хотя я знала, что папа умер, но, сами понимаете, узнать, что он расстрелян, это не так легко. А где расстрелян, неизвестно. И вот то, где он расстрелян, мы узнали только в 94 году. Я очень много плакала. А папе всегда не могла без слез вспоминать о нем. Мы были очень близки. И так его вырвали, понимаете. Одно дело, когда человек умирает. Умер у меня муж, но он тяжело болел, и уже от него ничего не осталось. Понимаете, даже просить то, чтобы он остался, нельзя. И так как-то я, как говорится, практически не плакала. Мама вышла на улицу из подъезда, на 1-м этаже жили, открыла дверь. И когда машина подъехала, когда стали выносить тело, она стала петь «Христос воскресе». И хоть ей уже трудно было ходить, она там как-то там за стенку держалась, но вот именно под пение «Мамы Христос воскресе» папино тело занесли домой и стали его облачать. И когда там приезжали духовные чада, в скорби, в печали, в слезах, то мама всех их утешала. И всем сказала, чтобы никто в черный не одевался. Говорит, смерти нету. Священник лежит в белом облачении. Священники отпевают его в белом облачении. Смерти нет, черной нет, ничего не одевайте. И сама она одела на голову свою фату, венчальную фату, но только она не как фату уже одела, а как шарфик. И после отпевания, после того, как уже папу проводили на кладбище и похоронили его, когда крест поставили на могилу, то первое, что все услышали, это тонкий женский голос, который пел «Христос воскресе». Это было как гром и молния. И действительно, все стоявшие вокруг подхватили. И с тех пор
собираясь в день памяти отца Глеба 1 ноября на его могилке на Ваганьковском кладбище, мы обязательно заканчиваем панихиду пасхальными песнопениями. И эта традиция перешла на Бутовский полигон. После кончины отца Глеба монахиня Георгия Лидия Владимировна, она стала матушкой не только как бы для своего батюшки, для своих детей, но и для многих-многих духовных чад отца Глеба, и для тех заключенных, которых окормлял отец Глеб, и для многих-многих других людей. После извещения о смерти отца Глеба месяц прошел, я получаю вдруг письмо, фамилию знакомое, а имя Лидия Владимировна Коляда. Я так это удивился, может, не мне. И ну, она там потом пишет вот так и так. Ну, вот. Продолжу, говорит, дело отца Глеба. Я так не могу оставить. Ну и так сколько уже? 12 лет будет в ноябре, как мы ведем переписку. Матушка Лидия. А ведь возраст. А так, в последнее время матушка Лидия всегда это, там в монастыре, да? Да, ненадолго выезжает в Бутово, но там и храм рядом, и есть где жить. Здесь светлое чувство, здесь светлое чувство. Здесь он лежит, понимаете? В прежние же времена, когда люди страдали за Христа, их сейчас же объявляли мучениками. Так что мы тоже считали, что он мученик, и уже как-то и молились ему. Ну, панихиды служили, да. Для нас всегда он, конечно, был святым, естественно, и безусловно. Всегда к нему обращались за молитвенной помощью. Как бы. Но, по крайней мере, для меня, когда нам позвонили и сказали, что документы прошли, и что сейчас архиерейский собор решает вопрос канонизации дедушки, для меня это, в общем-то, ну, как-то так немножко удивительно было, потому что как бы до конца не верил, скажем так. Но действительно, это было такое историческое событие, грандиозное событие. Но это было 20 августа 2000 года. Меньше, чем за месяц до этого, в автомобильной катастрофе погиб наш старший брат Сергей вместе со своей супругой 24 июля. Они отошли. И, конечно, удивительно и промыслительно, наверное, то, что именно Сергей, который был по обету назван в честь преподобного Сергия, именно он лег, если можно так сказать, какой-то жертвой от нашей семьи в год прославления дедушки. Сергей, который, кроме того, что он был назван по обету в честь преподобного Сергия, он явился строителем первого деревянного храма в честь Новомученика Российского на месте, где был расстрелян дедушка. Вот так самоотверженно Сергей и его жена Анна служили в памяти новых мучеников. И вот Господь принял их вот, о едином часе, как говорится, в свои небесные обители. Пусть это такая трагическая кончина, но они рядом всю жизнь прошли. Вот плечо к плечу и предстали пред Господом о едином часе. Конечно, это вот такой тоже путь особый, путь избранничества. И, конечно, это есть плод любви и молитвы Лидии Владимировны. Несмотря на то, что она очень любила детей, несмотря на то, что она очень любила внуков, правнуков, там, и заботилась о всех, и переживала за всех, и молилась за всех, но именно богослужение было для нее главным. И я думаю, что именно поэтому она оказалась вот именно как бы в основном у нас в монастыре. Я приеду из Петербурга, совершенно такая усталая, никакая уже. Прихожу, а там лежит такая стопка книг. Ты знаешь, я вот тут у тебя отметила, что надо очень интересно почитать. Ты знаешь, вот как замечательно Фудель написал. Нет, ты понимаешь, как Вениамин Фенченко, Владыка, вот написал. Нет, ты читала? Нет, ты почитай. Это ее каждый раз радовало. Она рассказывала это мне, рассказывала, звонила своим внукам. И вот эта радость охватывала действительно всех. Это, конечно, была неудивительная черта. Вот такой вот радости о Господе и радости переживаемых всех событий, которые вот были у нее. Осенью к нам приехал старец Илья из Оптиной пустыни. И сестры обрадовались, что приехал старец. А когда мы стали его провожать, то одна из сестер
подошла к мать Георгия и сказала: «Немножко подожди, сейчас мы проводим, и тогда уже придем», чтобы она просто не волновалась. И вдруг она говорит: «А я тоже хочу взять благословение отца Илии». Подвезли к отцу Илию. Он тихонечко говорит: «Матушка, когда вы будете постриг принимать?» Мама не слышит, что-то ему отвечает. Потом второй раз он говорит. Мама опять не слышит, опять что-то отвечает. Тут уже матушка говорит: «Батюшка, вы, говорит, погромче скажите, потому что мама не слышит». Он ей громче говорит: «Матушка, когда постриг будете принимать?» Она стала очень серьезной и говорит: «А как же постриг? У меня же дети, у меня же внуки, у меня же правнуки. И как постриг я смогу принять?» А он говорит: «А вот и хорошо. Вот и, говорит, будете за них, за всех молиться, и за детей, и за внука, и за правнука. Очень хорошо. Так что, мальчика, готовьтесь к постригу». Мама какое-то время молчала. Все мы молились за маму. Это было несколько дней. Потом мама сказала: «Раз есть воля Божия, я всю жизнь жила по воле Божией, значит, я принимаю постриг». Она стала готовиться к постригу, она стала готовиться к исповеди за всю жизнь. А я как-то сначала молилась, думаю, какое же имя-то ей дать, думаю. И как-то вот после молитвы у меня однозначно имя в голове, что в сердце — Георгия. Георгия в честь преподобного исповедника Георгия Даниловского. В честь старца, к которому ходили ее родители, и в честь того старца, у которого она в детстве сидела на коленочках. 28 октября святейший патриарх Алексей приехал к нам в монастырь. И я у него спросила о благословении на постриг своей родительнице. На что патриарх как-то с радостью так откликнулся и сказал: «Мачка, конечно». Но тоже он сказал: «Мачка, только вы не тяните, возраст уже солидный». И я ей говорю: «Мам, а может быть постриг совершить в день твоего крещения?» На следующий день после введения во храм просто говорит, она говорит: «Ой, как хорошо, давай, давай, очень хорошо». И по благословению патриарха покойного я созвонилась с наместником Данилова монастыря, и был назначен день. И, конечно, никто не знал, никто не ведал, и никто не мог предположить, что это за день будет в истории Русской Православной Церкви, в истории всего нашего народа. И я в первый момент даже думаю, что чего теперь дальше делать. И пострига, наверное, никакого не будет. Какой может быть постриг, когда умер святейший? Но это буквально была где-то минута, наверное. В следующую минуту я поняла, что я должна совершить последнее благословение патриарха. Раз патриарх благословил, то мы должны выполнить это благословение. И в 3 часа как раз был назначен постриг, и на это же время была назначена минута молчания по всей нашей России-матушке в память о святейшем патриархе. И приехал отец Алексей, наместник. Сначала почтили память святейшего пением вечной памяти, и потом начался постриг. «Сестро наша, монахиня Георгия, постригает волосы главы своя в знамение отрицания мира и всех я же в мире, и в отвержении своя воли и всех плотских похотей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, рцем сия ней, Господи, помилуй». У каждого теперь свое послушание. Мама стала дочкой, а дочка стала мамой. Всех вас поздравляю. Раз я была свидетелем того, как она молится в келье. Тоже, в общем-то, она как бы уже плохо слышала, и она не всегда реагировала на то, что кто-то заходил. И видела она уже плохо. И тоже не всегда обращала внимание на то, что кто-то заходил. И вот просто можно было видеть, как человек именно предстоит Богу. Что просто вот он беседует, беседует с Богом, беседует с Матерью Божией в сокрушении и в смирении. Именно в покаянии, исповедуя свою немощь, исповедуя свои слабости. И вот до конца жизни было вот это предстояние. Так что, конечно, мы должны только благодарить, благодарить и благодарить Бога
за то, что Господь дал нам возможность и счастье общаться с монахиней Георгией, ну а нам, детям, конечно, родиться в такой семье и быть детьми таких удивительных совершенно родителей, подвижников веры и благочестия 20-го и уже, можно сказать, 21-го века. Пусть это благовещение, как интересно, служба будет соединяться. Куда-то благовещение надо ставить пасхальное. Ну ничего, посмотришь. Ну слава Богу, все хорошо. Ну целую тебя, дорогой, целую своих всех. Спасибо. Когда-то, еще в 30-е годы, друг семьи Амбарцумовых заметил, глядя на календарь, что в далеком 2010 году, до которого, наверное, немногие тогда надеялись и дожить, память святой мученицы Лидии, имя которой носила Лидия Владимировна, попадал на понедельник Светлой Седмицы. А обычно этот день попадал как раз на время поста. И Лидия Владимировна тогда загадала, что было бы очень хорошо дожить до этого дня. И так случилось, что как раз в 2010 году она с трепетом ждала светлого дня Воскресения Христова, потому что она знала, что следующий день после Пасхи ее День ангела, день ее именин. И вот этот день настал, она возрадовалась, и в том же году, через недолгое время, она предстала перед престолом Господним.